В общем, ситуация была в следующем. Наверное, мы бы и не пришли к примирению, но я бы точно не пошла на первый шаг, если бы не услышала эту песню. Я просто случайно услышала эту песню, и сразу в моей голове сложилась картинка, что это, во-первых, это очень логическое завершение, опять же, повторюсь, извините за тавтологию нашей трилогии, во-вторых, логическое завершение вообще всего, что как бы было, и плюс еще я была такая, типа, на Мишу обиженная, и думаю, вот как раз вот финал, и все поймут, что все между нами финал, и мы больше... Ну, короче, я не знаю, как-то все совпало. Песня очень классная, мне она просто попала в душу, и потом все как-то так срослось, и творчество, на самом деле, наверное, нас снова, ну, помирило, если можно так сказать. Хотя я на тебя не ругалась. Ну, как бы, я... Я на тебя не ругалась. Ты ругался конкретно. Сейчас вы опять поругаетесь, все, остановитесь. Вы помирились, не забывайте об этом, пожалуйста.